Видео подготовлено для канала «Уроки ТВ». Математика, 4 класс, автор Чейн, часть 1, задание 67. Во сколько раз 1 миллион больше 10? Выполни кратное сравнение этих чисел. Выполнить кратное сравнение двух чисел означает ответить на вопрос, во сколько раз одно число больше другого. Для того, чтобы ответить на такой вопрос, нужно большее число разделить на меньшее, и частное отделение будет показывать, во сколько раз одно число больше другого. Это частное, еще другими словами, называется результатом кратного сравнения. Итак, давайте выполним кратное сравнение и разделим большее число на меньшее. Естественно, миллион больше, чем 10. Миллион – это число, семизначное число, это единица с 6 нулями. Вот давайте это семизначное число, единица с 6 нулями или миллион, разделим на 10. Как выполняется деление на 10? Для того, чтобы число разделить на 10, нужно в его записи убрать 1 ноль. То есть, если у нас была единица с 6 нулями, то частным у нас будет единица с 5 нулями. Ну, это число 100 тысяч. Таким образом, мы нашли результат кратного сравнения, частное отделение большего числа на меньшее, и мы можем утверждать, давайте запишем ответ, что число 1 миллион в 100 тысяч раз больше 10. На этом все. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.